попадаю, оказывается, что все-таки у меня здесь есть очередной квест. Поехали. Итак, вы приземлились на планету, слабо которая провела бы недолго проверку по ходу дела, следующая цель вашего прибытия, ваше оружие, бла-бла-бла, 1200 рок-н-роллеров. Ну, как я понимаю, это что-то... Рок-н-роллеры — это, наверное, местные деньги. Электронный ключ от номера, оплаченного правительством планеты, окей. Зайдя в номер, вот осталось, сразу прыгнулись на мягкую постель и уснули. Да ладно. Так, настроение отстойное. У меня есть ничего. Так, вы находитесь... Угу. Так, можно что-то позвонить, да? Нет? Питчбол, клипы и рекламу про крутую пушку, которая пробивает любую защиту всего за 5000. А если позвонить прямо сейчас, а почему это выделено? Интересно. Так, гитариста нет, клавишника нет, глаз гитариста нет, ударника нет. Я еще и средний вокалист. Так, окей. Трехзвездочная тяп-ляпа готова. Гостиничный лаптоп. Ладно, включаем лаптоп, наверное. Угу. Интердендиум. Ужас. Ужасный лаптоп. Так, пират Бен Ладен снова наводит ужас в системе Felgest. Операционная система Nondos 3.14 любезно предоставлена корпорации Macrohard. Угу. Поиск музыканта или поиск музыкальных инструментов? Я даже не знаю. Наверное, сначала надо поискать все-таки музыкальные инструменты или библиотеку посмотреть. Так, через некоторое... Что желаете почитать? Давайте современную лирику. Так... Печатный экземпляр. Мне подарили книгу поэзии. Супер. Я все еще средний вокалист, но и все, окей. Возвращаемся. Ищем почтовый ящик. Там крутой рейнджер. Disrambler.com. Допустим. Так, рейнджер ламер. Достали эти ламеры. Окей. Возвращаемся. Так, еще раз почтовый ящик. Время же не идет, надеюсь. Не идет. Святое письмо. 33 миллиона копий, допустим, рейнджера Дохляга, кто желает совместно освободить писать на мыло, допустим, рассылка научных новостей. Неинтересно, и правительство планеты. Так, вам надо набрать группу из 4 музыкантов, не вы будете в роли вокалиста, вам нужен гитарист, клавишник, бас-гитарист и ударник. Когда вы найдете музыкантов, подайте заявку и купите песню. Это сделать можно в студии, желательно также порепетировать там, все остальное на ваше усмотрение. Окей. Давайте, наверное, искать музыкальные инструменты. Так, барабанные палашки. Купим. Еще раз. Струны удовлетворительные. Искать дальше. Искать дальше. Струны хорошие. Купить. 200 кредитов. А, жесть. А гитара-то не будет вообще? Так. Поиск музыканта. Поиск не нашел. Окей, еще искать. Плохое мастерство. 200 рок-н-роллеров подъемные. Мне надо где-то еще рок-н-роллеры искать. Так, искать еще. Так, настроение отстойное, я трезвый. Ни одного не найдено. Искать еще. Трение. Да, давайте наймем. Окей. Так. У меня осталось 420 рок-н-роллеров. У меня есть барабанные палки, гитарные струны, книга поэзии. Зачем-то я купил. У меня есть гитарист. Средний, я средний вокалист. Мне нужен клавишник, бас-гитарист, ударник. Так, выключим лаптоп. Поедем на главную площадь. Так, отель, студия, бар, рок-клуб, тату-салон, улица, огромный стадион. Так, ну давайте в бар. Так, подойдем к Гайльцу. Гайльц сказал, что нет времени разговаривать с химтуристами, если вы отгадаете его загадку, то он говорит вас струнами, барабанными палками или поэзмами советом. Так, давай, загадывай. Так, окей. В древнем языке исчезнут цивилизации Гоши. Чё за хрен-то? Означает 207. Хрен-ти-да означает 52. Да ладно, та означает 810. И пнял да означает 65. Это означает ладно, чё за да пнял да. Ужас. Как я понимаю... Ничего не понимаю. Так, да ладно та. Да ладно та. Да ладно та. Ладно, чё за допнял-то? А, вон, чё за хрен минус та означает 207, хрен ти минус да означает 52. Получается, чё за хрен? Хрен-то 10, как я понимаю. Хрен.
Или все-таки это минус или не минус? Вот в чем вопрос. Походу, что это не минус, это какое-то разделение. Разделение на что? Да. Жесть. Вообще не вдупляю. Есть ли тут хоть какая-то связь? Ладно, сейчас еще чуть-чуть. Да ладно-то. За хрен-то. Ладно, чё за... Допнял-то. У меня ощущение либо 256, либо 278. Ну, скажу 256, но вот та. Та. Пнял-то. Пнял-да. Ну все, вернемся на площадь. Так, окей, погнали в рок-клуб. Нанять музыканта хотел. Кто именно нужен? У меня есть гитарист, клавишник, бас-гитарист, ударник. Мне нужен ударник. У нас рок-клуб это не настоящий. Окей, сначала надо ухо прокалывать. Окей, прокалываем ухо. Делаем татуировку. Так, выбрать гитару. Ужасно. Так, вас проколото. Возвращаемся. Блин. Нет ли здесь музыканта? Есть знакомый клавишник бильярдный. От Марли. Окей, возвращаемся. Идем в бильярдный. В бильярд. Искать клавишника. Напоить его. Так, у меня есть клавишник средний. Есть гитарист. 265 монет осталось. Есть, нет... Бас-гитариста и нет ударника. Так, идем, получается... Ударник, бас-гитарист остались за 265. Угу. В бар. Подходим к человеку. А что, я пьян, что ли? А, вы слегка под мухой. Настроение так себе. Ну, было отстойное, сейчас стало так себе. Окей, к барной стойке. Так, давайте выпьем с пеллингом. Вот ты, блин... Поздно уже. В отель. Спать. На главную площадь. Теперь идем в рок-клуб. В рок-клуб. Мне нужен бас-гитарист и ударник. Давайте ударника. Возьму. Конечно, возьму. У меня деньги остались. Ударник тоже средний. Теперь идем опять в рок-клуб. Нет, все. У меня, походу, уже все, да? У меня есть гитарные струны. Для чего они? То есть мне на вас тату гитары. Для чего это все? Так, ладно. Давайте в бар. Блин, где мне взять? Где мне взять бас-гитариста? Пойдем искать бас-гитариста. Так, поиск музыканта. Мне надо бас-гитариста с первой попытки найти. Блин, 300. Ну почему 300, почему не 200? Мне еще купить надо что-то, а у меня уже денег нет. Окей. Угу. Дождаться ночи, на главную площадь, бильярд-клуб, сделать ставку. Если бы вы больше читали, возможно, сделали. Окей. Делаем еще ставку, выиграли. Делаем еще ставку, окей. Делаем еще ставку, выиграли. Сделаем ставку, отлично.
288. Мне, короче, надо читать, да? Ну все. Окей, все. Заново все. Где? R. R. Так, супер. У меня есть книга поэзии. И я должен быть умнее. Я должен быть... Так, все. На главную площадь. Идем в тату-салон. Прокалываем ухо. Делаем татуировку гитары. Возвращаемся на площадь. Окей. Так, теперь в отель, в библиотеку. Включить лаптоп. Библиотека. Вежливость. Галактический бильярд. Секреты выигрыша. Теперь я понимаю, в бильярдной игре назад. Поиск музыкальных инструментов. Струны. Удовлетворительная. Купим. Музыкальные инструменты. Барабанные палочки. Отлично. Все, покупаем. Есть палки, есть струны. Выключаем лаптоп. На главную площадь. Идем в рок-клуб. Музыканта. Есть ударник. Палки есть. Ухо проколото. Все, конечно. У меня есть средний ударник. Отлично. Теперь. Идем в бар. В бар. Подойти к Гальцу. Заглядывай. Ладно, что за понял, да. Ну, давайте пускай будет 278. Ну все. Окей. А он мне мог бы дать гитарные струны хорошие, да? Надо понять, что там за ответ такой правильный. Так, на длинную улицу. Так, 27 струнами. У меня есть гитарная струна. Давайте пригласим его в группу. Татуировка прикольная и классные струны. Все, возьму. Есть средний гитарист. Отлично, отлично. Так, теперь мне надо бильярдный бар. В бильярдный я уже был, что ли, получается? Или бильярдный мне уже не надо? Так, мы пойдем в бар. Так, все, возвращаемся на площадь. В отель. У меня нету басиста, у меня нет клавишника. Включаем лаптоп. Ищем музыканта. Так, клавишник средний. Нанять. В студии потом надо будет купить это, да? Еще, окей. На-на-на. Стереотеатры. Нондоус, макрохард, 17 градусов. Дни до концерта 3. Так, поиск музыканта. Далее, бас-гитарист средний. Нанять. Все, у меня все среднее. Так, теперь в библиотеке. Современная лирика. 325. Окей, назад. Выключим лаптоп. Все, спать. На главную площадь. Мне нужна студия. В студию. Заказать песню. Так, 6 минут. 3... Так, ну давайте за 100 рок-н-роллеров. За 6 минут у меня все среднее. Давайте за 100 рок-н-роллеров. Так, или провести репетицию. В студию. Подать заявку. Теперь можно репетировать. Репетируем. Так, звучание группы плохое. Повысить общее мастерство группы. Сколько у меня? 225 рок-н-роллеров. Так, ну давайте общее мастерство. Окей. Одна репетиция стоит 50 рок-н-роллеров. Давайте повысим мастерство. Песня 6-минутная. Общее мастерство. Отлично. Я петь буду красиво. Так, хватит уже репетировать. Вернуться на площадь. Блин. Бильярдная. Мне нужна бильярдная в отель. Дождаться ночью на главную площадь. В бильярд-клуб. Сделать ставку. Черт побери. Я все деньги просрал. Надо было оставлять 100 монет себе на случай. Я же умею, как играть. Я же знаю, как играть в бильярд. Но... Так, в отель. Спать. Все готово, но можно спокойно... Окей. Вы трезвый, настроение хорошее. У меня настроение нормальное. Получается, я хороший вокалист. Все, сегодня концерт, отправиться на стадион. Выйти на сцену. Выстать на сцену. Так, музыкальные действия. Надо что-то предпринять. Спецэффекты. Давайте спецэффекты. Сменяющийся бэкграунд. Так, не оценили. Музыкальные действия. Так, у меня есть хороший... Никого не хорошего. Крутую вокальную партию. Вот так вот. Все выспели очень хорошо. Зрители довольны. Так, оценка зрителей 36. Спецэффекты. Искусственный дождь.
Так, оценка 42. Музыкальные действия. Суперский соляк. Ага, на редкость отстойно он зазвучал. 36, окей. Спецэффекты, фейерверк. Спецэффекты, поднебесный салют. Спецэффекты, световые эффекты. Спецэффекты, лазерное шоу. Голографический этот, хулиганские действия. Немного раздеться. Отлично. 500 челленеферс. Так, хулиганские действия. Бегать по сцене и орать. Но полагаю, что меня этот... Ну все. Бегать по сцене и орать. Ну кто-то, кому-то понравилось. Так, еще гитара в колонку. Гитарист так-то средний. Блин, 45. Хулиганские действия. Пить пиво сразу из двух бутылок. Музыкальное действие. Прикольное на басухе. Ну да, он играет на редкость отстойно. Так, крутую на клавишах. Сделать соперником какую-нибудь бяку. Офигеть, у меня оценка 30. Угу. Квест провален. Надо, короче, чтобы у меня деньги оставались на репетицию. Окей, я понял. Проснуться. На главную площадь, в тату-салон, татуировка, гитара, проколоть ухо, спросить, нет ли здесь музыканта, клавишник бильярдный, отлично, вернуться на площадь, окей. Теперь идем в рок-клуб, так, ничего не хотел, идем сначала, получается, в отель, в лаптоп, ищем себе поиск музыкальных струн, хорошее, купить. Поиск музыкальных инструментов, барабанные палочки отличные, купить. Все, выключить лаптоп на главную площадь. Мне нужна рок-клуб, нанять музыканта. Мне нужен барабанчик, ударник. Да, конечно. Все, у меня есть средний ударник с хорошими этими, хорошими струнами. Почему же он средний-то? Непонятно. Так, на длинную улицу. Так, пригласить в группу. Классные струны. Окей, гитарист тоже средний, блин. А денег так-то у меня мало. Так. Нет клавишника, нет бас-гитариста. Клавишник играет бильярдный. Так, в бар. Подойти к Гальцу. Загадывай. 582. Как обычно. Ну, бывает. Не 582, я уже наугад ставлю. Так, в отель, дождаться ночи, на главную площадь, в бильярд-клуб, искать клавишника, напоить его за соточку, вернуться на площадь. Окей, я его напоил. У меня есть клавишник, я средний вокалист, окей. Допустим. Дальше. Легко под мухой, но это, наверное, понятно. Бильярд-клуб. Так, в отель. Включить лаптоп, библиотека, галактический бильярд. Кое-что понимаете, как играть в бильярд, окей. У меня нет бас-гитариста, да? Мне надо где-то бас-гитариста найти. Назад, идем в бильярдный клуб. Выключить лаптоп, на главную площадь, бильярд-клуб, сделать ставку. Нам надо хотя бы 800. Проиграл. Окей, выиграл. Да что ж такое? Тут прям... Тут прям так этот... Так и надо... Не знаю, иметь удачу, что ли? Чтобы зарабатывать на ставках. Другим-то вариантом нет? Угу. Тату-салон, татуировка, гитара. Проколоть ухо. Окей. Спросить, нет ли вернуться на площадь, идти в бар, Гальцу, загадывай. 678, я ошибся. Давайте выясним, что это такое вообще. Методом подбора, конечно же. Так, на главную, в бар, Галец, загадывай. 687. Окей.
867. Отлично. Руны, палки или полезный совет? Посмотрим, что за совет. Когда вышел репетировать, повышаем мастерство каждого отдельного участника для того, чтобы он мог круче сыграть свою партию и общее мастерство для более удачного выступления. Также совет не заказывать дешевые песни, так как они довольно короткие, не спеш показать свою крутизну. А на концерте старайся не увлекаться хулиганскими действиями и спецэффектами. Здесь основные баллы все-таки музыка. И спасибо. Так, мне нужны палки или струны, смотря то, что я сейчас сначала найду. Окей, погнали. Мне хотя бы проснуться, включить лаптоп, библиотека, галактический бильярд и современная лирика. Не знаю, для чего мне эта книга. Книга поэзии есть. Возможно, что-нибудь где-нибудь. Так, теперь. Пусть музыкальных инструментов покупаем. Выключить лаптоп на главную площадь. В бар. Гальцу. Загадывай. 867. Мне нужны струны. Вернуться на площадь. В тату-салон. Проделать татуировку и проколоть ухо. Гитару, разумеется. Вернуться на площадь. Теперь в рок-клуб. Музыканта. Мне нужен ударник. Конечно. У меня есть средний ударник. Никого больше нет. На длинную улицу. Пригласить группу. Возьму. Так, у меня есть гитарист, у меня есть ударник, нету клавишника, нету басиста. Но при этом мне надо еще что? Не для музыканта. Все, теперь я знаю, где этого выиграть. Окей. Студию. Заказать песню. Наверное, все-таки за 6 минут самое оно. Да. Все, в отель. Спать. Трезвый, проколотый ухо, настроение так себе. Клавишника завтра. Окей, спать. Угу. Черт возьми. Клавишника надо было забрать в бильярдный. Ладно, в отель. Включить лаптоп, ищем бас-гитариста. Отлично. Нанимаем средний. Окей. У меня нет клавишника. Выключить лаптоп, дождаться ночи. На главную площадь. В бильярд-клуб. Искать клавишника, напоить его, вернуться на площадь. Все, в отель. Спать. Теперь надо в студии потренироваться. В студии подать заявку и репетировать. У меня 476. То есть получается, повышаем свое. Так, общее, и свое, и еще одного гитариста нам, все, хватит уже репетировать, вернуться на площадь, угу. В отель, спать, сегодня концерт, и отправиться, настроение так себе, блин, должно быть отличное настроение, поехали, так, выйти на сцену, так, музыкальные действия. Солируем. Потом пели уникально, зрители были потрясены. Так, световых эффектов немного добавим. Далее, музыкальные действия. Давайте петь лирично. Ох, ты ж, у меня же есть лирика, поэтому вон оно что такое. Я же книгу читал. Пропоем немножко лирично. Окей, теперь спецэффекты, и пускай будет искусственный дождь, потому что лирика же. Окей, музыкальные действия. Забацать крутой соляк. Супер. Так, спецэффекты. Поднебесный салют. Ну, что-то выросло, но не совсем, да? Так, крутую фишку на клавишных. Окей. Так, хулиганские действия. Немного раздеться, да? Немного раздеться, и что-то еще было. Так, да, это было зрителям понравится. Далее, музыкальные действия. По-панковски на ударных. Окей. Спецэффекты. Вроде бы спецэффекты здесь не особо нет. Но вот голографические изображения. Лазер-шоу не вообще не понравилось. А вот голографические изображения, по-моему, что-то какой-то рост был. Окей. Хулиганские действия. О, что пели зрители? Угу, я понял, сбавили рейтинг. Э,
Просто играть и петь интересно. Ну, давайте что-нибудь прикольное на басухе запилим. Спецэффекты нет. Блин, что бы такого придумать-то здесь? Спрыгнуть со сцены в толпу, поливать зрителей этот, пить пиво сразу из двух бутылок. Новые слова. Ну, наверное, было больше читать. Угу. Окей. Все, заканчиваем выступление, да? Просто играть и петь. Закончить выступление. Ждать результатов. Ну что, я на первом месте. Внезапно. Ну, все-таки да, все-таки да. Ну, блин, не все так гладко, как хотелось. Но, тем не менее, первое место — это хорошо. Так, корабль. Нет, защита 22, а у меня защита 23. Блин, он лучше моего. Так, ищем сразу же. Блин, при каждом запуске игры надо заново заполнять все эти ячейки. Так, 800. 700. Даже 700 нет. 600. Угу. Фигня. Не, ну ерунда. Ладно, погнали. Погнали сдавать задание. Может быть, что-нибудь другое. Так, прибыть на планету Бетионис. Заказчик Йонасис Сафрона. Сафрона. Блин. А тут медицина есть. Кстати, может быть, до медицины долететь сначала. У меня же помощь эгалиста времени, то есть у меня скорость под 1200. Угу. Так, принять стимуляторы. Бра-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 ра
Пройти медобследование. Ничего интересного. Так, здесь можно, конечно, взять вот это вот. Что-нибудь. Здесь ничего нет. Ушастик. Ушастик прикольный. Блин, двигателя нет, ничего нет. Ладно, полетели. Вакхару. Да, ладно тебе. Научная база. На научке, конечно, может быть, что-то есть, но что есть, непонятно. У меня вроде мультик есть, у меня вроде бы есть, есть нормальное вооружение, но 5 мультиков. Или атомный визион все-таки. Или все-таки этот замутить доминаторский. Так. Или зонды закинуть. Давайте. Куплю. Давайте. Все, хватит. Так, еще. Окей. Ну, я не так, чтобы прям так хотел. Давайте вот сюда вот закинем. Где-то в середине получается, что нормально будет. Два зонда смогу использовать, да? 2-2-2. Равнину 3. А, ну окей, как раз. Все, и валим отсюда. Так, 99,8, 99,9. Не знаю, надеюсь, что это их... Количество их проверки. Можно еще... Стоп. И вот только про это сказал. И вот оно. Сохранюсь и полетели. Хочу на автомате посмотреть. Если понадобится, конечно, переключусь в ручное управление. Так, окей, это мощно. Что ли? Гипергенератор. Прикольно. Прикольно. Интересно, где я сейчас выпаду из гипера? Надеюсь, что не у этих, не у доминаторов. Хотя всякое бывает. Нет, не у доминаторов. Центр рейнджеров. Но до Сафрона еще далековато нам. Так, что такое гипергенератор? Ага, 40 парсек. Но у меня есть гипергенератор. Второй гипергенератор. Так, летим спасать диатор. Кто-то там, во-первых, напал, во-вторых, мне надо Сафрону. Я в своей родной системе оказался. Я медицину увидел. Это у нас что? Ментощуп. Это у меня что? 447, окей. Так, ушатываем. А, в смысле?
Так. Чуть-чуть. Окей, разобрали. Разобрато. Так, тут минус. Вот этого надо. Разобрато. Окей. Координатор, отлично. Ретон такой себе. Торсионный реактор. Блин, дорогущая штука. Так, тут осталось, получается... Если так вот, если через сохранение, поехали уничтожать его. Так, так, 0.4, 0.3, 0.4. Давайте вот это сделаем. Пообщаемся, структура не изучена. Шокер, левикер, давайте шокер. Конец связи, электромагнитный шок. Так, вот с этим, вот это вот добиваем. Отлично. Спецагент на ушастике. Такое себе. Сенсотрон, говно. Ментощуп, допустим. Микромодуль. Второго уровня. Сила энергетического плюс 7. Надо сюда. Окей. Разобрано. Так, теперь вот это. Я же починился? Да, я починился полностью. Так, отлично. Сделаем его. Ментощуп не очень. Координатор, блин, очень нужная вещь. Очень нужная вещь, поэтому... Разобрато. Ноды я не могу подобрать из-за того, что слишком тяжело. А что ли? Ну да, все. Так, мне в Сафрона надо. Сафрона же? Сносчик задача. Да, Сафрона. Полетели в Сафрон. Заодно там кину все, что набрал. Энергос. Энергетическое оружие. Я в основном его не использую. У меня все осколочное, поэтому хрен знает. Так, Юнасис. Юнасис. Ра-р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 а
продать за 100. Выгодно. Прям бизнесмен. Что у меня? Воитель. Так, поехали к научникам. А потом можно будет метнуться снизу, еще защитить систему. Диатар, по-моему. Так, починить корабль во сколько? Согласен. 23к, жесть. Так, окей. Сначала этот, скройся. Антидоминаторские блазероидные. Пикелероидные. О. Пикелероидные и торсионный реактор. Возьмите торсионный реактор. Отлично. Отлично. Так, это окей, это окей. Угу. Улучшать ничего не буду. Что за захват пошел? Диатар, Альдима. Едем я на Юносис, и, наверное, надо в Диатар. Тут какие-то захват за захватом. Так, продать. Окей. Нормально. Нормально. Диатар или Вальдима? Вальдима? Надеюсь, что не захватят пока или что? Бывает, кстати. Кто здесь? Угу. Пираты. В маркап ушли. Ригель. В Ригель, наверное, надо, да? Ну, если пираты ушли в маркап, то, наверное, да. Минералы. Наркота. Опять минералы, опять минералы.
И медикаменты. Ну, короче, тут груз. Груз в основном. Простаивает. Че, неужели все, все исследовали? Так, а здесь у нас кто? Да что, неужели опять пираты? Фантом. Ну, погнали. Походу, тут опять пираты. Разобрал. Так, это у нас что, минералы 111. 0 плюс 7. Прикольно так-то, прикольно. Корсар 16 плюс 7. Жесть у них защита, конечно. Защита пиратов бешеная. Было бы еще вооружение таким же бешеным, цены бы им, конечно, не было. Ладно. Так, у этого 0 плюс 8. Жесть у них защита. Разобрато. Пассионный сканер. Алкоголь. Захват такой себе. Так, это кто у нас? 0 плюс 10. Да что у них за этот? А, ну он у них этот, бронепакетом еще защищен. Прям 0 плюс 10, это сильно. Так, ну что, получается вот этого? Он валит? Ну, далеко не свалит. Тоже далеко не свалит. Отлично. Так, микромодуль дали мне. Угу, Новый год, все дела. Это у нас нормальный. Ну, это, то есть, получается, местный. Местный пират. В кастере. В кастере дырка. Так, мне вакхару надо. А у меня простаивает все. Могу ввести 89, если что. Посмотрим, посмотрим, что там по исследованию будет. И заодно надо обаяние уже включать. Наверняка есть возможность. Нету. 30 тысяч надо. Жесть. Вот. Так, где простаивает? Аликвал. Аликвал. Аливкап. Аливкап, короче. Паквела. Нет. Аливкап. Неплохо. А вот цистерны не особо нужны. Все, взлетаем. Так, теперь вот сюда вот. Киночи. Киночи. Равнин не так много, в основном вода и горы. Угу. Все, валим. Кинуть все на этот. Кинуть все на сюда. Это сюда. Это сюда. Это забрать. Угу. Вот эти еще раз корпусы должны же где-то появляться. Нормальные. Блин, всего один. А если так? Уже всего один. Да что ж такое-то? А если вот так вот окей? Вот уже лучше. Уже лучше, уже лучше. 739 есть. Оружейник. Но у него, получается, нету. Нет ни брони, ни хрена. Так, захват. Захват с размером 200. А еще нет. То есть, могу только соточки собирать. Таких должно быть полно. Ультрасплавный захват. Розовый галец. Низкой надежности. Хаме. Хаме, хаме, хаме. Я на втором месте. 3000 отделяет. Может быть, конечно, надо уже до этой, до долететь до военной базы. Истребитель. Капитан.
Отличившийся воин — это я. Супер. Блин. Что же сделать-то? Мне нужен бронепакет. А где его взять? Это мне не надо. Вероятность анализатор надо продать. Осколочные. Ведущий к перегреву. Это супер. Так, это отлично. Это скорость. Блин, черную жижу, что ли, скинуть? Проклад хорошо мне спасает. Но у меня все осколочное. Вот все осколочное. Все, чем я пользуюсь. Так, это у нас объемник. Объем бака плюс 20 единиц. Ставим уж. У меня получается 92. Неплохо. Так, боттер. Третий уровень. Мощность дроида плюс 8. Слабенько. Ресис. Не нужен. Платинос. Это только для того, чтобы его удорожить. Музыкальный кубок. Покладем куда-нибудь сюда. Гипергенератор тоже куда-нибудь сюда. Так, берсерк. Увеличивать силу. Увеличивать размер. Сила энергетического оружия плюс 7. Как бы да, why not? И вот этот патч. Дальность стрельбы плюс 50. Наверное, все же нет пока что. Так, починить корабль. Во сколько? Согласен заплатить. Так, зонды. Плачу. Все, хватит. Поеду, скину зонд. Так, галлистра кончилась. Печаль. Угу. Есть зенит атака. Кастер. Поехали в кастер. Лучше, конечно, чтобы это была доминаторская атака, а не пиратская. Надо где-то... Ну да, доминаторская атака. Супер. Угу. Они уже планировали, что они захватили этот сектор. Летим. Защита жесткая. Жесткая защита. Двадцать пять процентов. Это прям жестко. Леска не очень. Стабилитрон. 10 единиц. Ну как бы да. Окей. Энергопакет. Секс-детектор. Не очень нужен. Поехали. Ну так-то да, меня прям неплохо набирают на этот, на убивает. А что, они решили все свалить, что ли? Так, ноды. Секс-детектор. Вот я же его бил, не добил, короче, да? Ладно, садись уже.
18к. Ну, сенсорный огонь, конечно же. При весе в 23. Так, есть что-нибудь по заданиям? Полез Геракла на планету Денеб. Да, давайте потруднее, я берусь за это задание. Куда мне надо вести? Система Денеб, планета Полез Геракла. Денеб, 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 Денеб. За одну карту возьму. Блин, деньги есть, нету этих, нету корпусов. Получается. Доберу, доберу. Есть ли задание? Угу. Ленинские проходимцы. Но это рисковать репутацией. Так. А что делать-то? Надо искать. Надо искать корпус. Нету. Идеал остался 646. А мой идеал 578. Но при этом у меня количество единиц, по-моему, поглощения больше. 6 единиц. Так, и нужна защита. Защита и сканер. Сканер у меня 25. Что странно. Так, сканер нужен. Тыц, тыц, тыц. Тректорный сканер появился уже. Супер. Апгрейдинговый. Маркап. 27. Такой себе. Ладно, если 30. 3, по-моему, максимально, да? Ну вот он, да. Текторный сканер. А вот, алиот. Алиот. Вот там, где я начинал, да? Где-то здесь вот нет. Нет. Вот здесь вот. Где это находится? Центр рейнджеров. 223. Сканер на 31 единицу. Ну, нормально. Поехали, центр рейнджеров. Нужен корпус. Вооружение нужно мультики поискать. И нужна защита. Скорость 900. Ну, в принципе, хватает. Но, опять же, сейчас будет новый. Будет новый, будет новый. Интертетин. Че, уж неужели успели купить, а? Да что такое? Полетел, успели купить. Ладно. Защита. Нету. Двигатель. Тоже нету. В смысле, у меня 900 развивает. 900 ровно. Корпуса. О, второй появился. Неуязвимый корпус. Центр рейнджеров транзисторов в Бетельгейзе. Это там наверху 712. Надо брать, надо брать, надо брать. Стоимость 715 тысяч. Я лечу. Вот сюда вот надо. Через Сафрона. Потом этот корпус надо будет очень долго отбивать. Несмотря на то, что он вроде бы как для военных операций, но нет. Так, скинем наушникам все, что у меня есть. Доминаторское. Там вроде бы какие-то два предмета у меня. Так, антидоминаторские, киллероидные, повторно. И сенсотрон. Так, 765 тысяч. Уже хорошо. Но нужно, получается, сейчас взять за 712. Если я сейчас возьму за 712 корпус, неуязвимый, интересно, что он дает. Там наверняка броня, либо мощность генератора увеличивается. Лишь бы его не купили. 7 дней лететь.
Так. Вот он. Генератор поля плюс 9 единиц. И стоимость 715 тысяч. Жесть. Жесть. Я его возьму. Плюс 9 генератор. То есть получается 32% защиты. А этот продать. Получается, у меня еще остается 100 тысяч. Так, конечно, улучшить я его сейчас не могу, но... Дроид плюс 20. Блин, дроид — это хорошо. Генератор защиты пускай будет 25. Зональный. Окей, вот он. Зональный с высоким... Вот этот вот. Вот этот вот Зондор Ригель. В Ригеле. Ригель. Далековато. Угу. В Рекце. До Рекца-то я не долетаю даже до него. Так, летим через какой-нибудь медицинский центр. Все, полетели. Так, в Рекце защита 25. Что-то дает еще пигамарный, да? Но вообще мне нужен зональный. Краа. Весом 57. А у меня весит 16. Ну, поэтому я за него заплатил им тогда. Ригель. Что в Ригеле? Вот это надо посмотреть. Дает 25, этого будет 34, высокая и пигамарный генератор защиты. Что он еще дает? Поехали. Пигамарному. Я белого цвета, соответственно, у меня этот уникальный корпус. Ладно, главное сейчас долететь. И, блин, прокачать, конечно, не могу. Стоит, наверное, будет прокачка этого корпуса тоже 1700. Большой улетел. Так, ладно, поехали, все. Черную дыру. На автомате? Да, на автомате. Оружие позволяет. Не должно быть никаких проблем. Так, первый, окей. Все. Два их или больше? Окей. Секторный сканер — это что-то на богатом. Кинемся и на спейсе выходим. Все, выходим. Секторный. Угу. Пираты. Тут, мне кажется, они меня не особо ценят и уважают. Леостар. Мне бы в Ригель, да? Соответственно, мне в Атрию надо. Так, с этим я сейчас разберусь. А что такое текторный сканер? Запланатор. На базе одного нет. Ух ты ж. Сканер-то на самом деле хороший. На удивление хороший. Ладно, летим. Угу. Куча ракет за мной полетела. Так, починить текторный сканер и, возможно, его улучшить. Да. Так, починить. Я согласен. В смысле? Сканер, ты что не чинишь? Отлично. Так, теперь его. Улучшить. Какие вещи? Текторный сканер. Самые лучшие. Да, конечно.
858 тысяч. Это плохо. Очень плохо. 4 единицы ущерба, конечно же, блин, он слишком крутой. Так это продать можно со спокойной душой. Все, валим. Или... мне нужна защита, мне нужен дроид, мне нужен... Хаммер не очень, молния не очень. Я с удовольствием бы еще этот ушастик был, если бы был у меня. Повысить обаяние. Но его, по-моему, на медицине продают. Так, мне нужна была... Ну что, мне ригель нужен был. Да, мне нужен был ригель. Я в него с первого раза не влетаю. Нужен двигатель уже. Так. Корпус почти идеальный. Не, ну корпус сейчас мне уже менять смысла нет. Мне нужен генератор защиты. Найти. Ригель. Вот он в ригеле, получается, есть 35-100. Ну вот как раз. Я его беру, получается, и все. И у меня кончились деньги. Угу. И за квестами. Или, кстати, валить бы надо будет. Там есть дыра перехода. Может быть, Рычхан. Не, ну Рычхан меня, конечно, ушатает. Так, дроны еще пока что собираю. 34 осталось. Окей. Это что-то там освобождено. Все неинтересно. Ух ты ж, мультик 93-й. Многовато. Берем. Берем. +9 = 23. Окей, этот продаем. Сюда, получается, можно добавить. Ничего нельзя добавить. Ну, что-нибудь когда-нибудь можно будет добавить. Так, все, вылетаем. У меня защита получается 34 + 4. Это еще до улучшения. Так, Вальдебо. Непонятно, что там ушатало меня на 93. А, мне нужен дроид. Что здесь происходит? Угу. Воюем. Такое ощущение, что пираты вместе с этими встретились. Так, все, запылесосили. Я не успел запылесосить ничего. Раенис. Нет. Где у меня Акхара Кинутча? В Акхару. В Акхару, и там уже берут какое-нибудь задание уже. Даже на уничтожение, наверное, можно брать. Так, продукты, какой-то сканер, наркота, четко. Все, взлетаем. Починить сканеры. Сканеры, дроиды. Как так-то?
Так, технику закупить, наркоту продать, продукты тоже продать. Сейчас заданием какие-нибудь. Нужно что-нибудь. Короче, нужно много заданий. И мне нужна медицина. Очень нужна медицина. Сначала медицина, а потом вот сюда вот. Филгест. Туда же брошу сейчас дроидов для исследования. Поехали. И медицина, нужен дубльплекс, и можно брать задание. Техника, техника. Чё-то кого-то здесь убили недавно. Так, стимуляторы. Угу. Угу. Мне ушастик нужен. Навык обаяния плюс 3. Супер вообще. И дроид мне нужен. Но я жду хороший дроид. Так. Кудла-драгат. Или кудла-драгат. Кудла-драгат. Задание. Так. Сохранится. Если для меня потруднее, берусь. Ясно. Загрузиться. Задание такое себе. Ну, где-то там умудрился. А если вот так вот полегче, я берусь. Угу, ясно. Он все равно там помирает. Ну, тогда никаких заданий. Не люблю задания на защиту. Так, квест, окей, планета Панк, Миндавер, потруднее, и берусь, так. Горнолыжный курорт, о, супер, я помню этот квест, хороший квест. В Миндавер, планета Панк, да? Миндавер, блин, лететь-то туда через 55 дней. Центр рейнджеров. Да, поехали через Антарес. Пираты что-то захватывают раз за разом. Надо бы уже как-то. Так, панк. Панк это получается у нас еще и эти. Пеленги. Ладно, а сам квест это будет начало следующей серии. На сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем счастья, здоровья. Всем пока.